Мамочка милая, мама моя, как хорошо, что ты есть у меня. Мамочка милая, мама моя, как хорошо, что ты есть у меня. Теплыми лирическими песнями о маме в исполнении школьников открылась фотовыставка детских работ под названием «Прекрасен мир. Любовью материнской». Молодые дарования основательно подготовились к этому дню и порадовали посетителей музея не только трогательными музыкальными композициями о маме, но и стихами и танцами. Когда я вырасту большой, я тоже буду мамой, но только мамой холостой, а не мужнячей дамой. Куплю я новое пальто под цвет пунцовой шляпы, и никогда, и ни за что я не женюсь на папе. Доскну со всех сторон, зайки одеяло, тихо-тихо перед сном мама прошептала. Это очень-очень много, это так приятно, когда любят до луны, а потом обратно. Отношения между мамой и ребенком организаторы мероприятия попытались передать через призму животного мира, объясняя это местонахождением самой выставки. Вообще идея зародилась в связи с тем, что необходимо было, конечно, поздравить в первую очередь наших мам с Международным днем матери. Но в первую очередь День матери заключается не только в том, чтобы поздравить именно свою маму, это, конечно же, относится и к животным. Потому что среди братьев наших меньших существуют тоже очень тесные взаимоотношения между матерью и детенышем. И мы как раз хотели подчеркнуть это в своей выставке. Детская выставка не осталась без внимания именитых фотографов. В качестве жюри в ней принял участие член Союза фотохудожников России Сергей Ильин. Согласился поучаствовать в содействии. И просто мне было интересно, потому что это детская фотовыставка, фотоконкурс детский. Было интересно посмотреть, насколько на сегодняшний день дети могут фотографировать. Была организаторами поставлена задача определенная – сфотографировать животных домашних там и животных в вольерах. Ну и тема была материнство. Это такая сложная задача на самом деле для маленьких детей фотографировать. Тем не менее, выставка состоялась. Музей природы не случайно выбран в качестве места проведения выставки и конкурса. По мнению некоторых ребят, в мире братьев наших меньших материнская доброта и любовь иногда проявляются сильнее, чем у людей. Это собака моего дяди Эльзы. Это ее щенки. Я иногда представляю маму и человека, и собаку. Животные не такие плохие родители, как и обычные люди. Завершилось мероприятие награждением участников фотоконкурса. Желающие посетить выставку могут прийти в любой момент. Она продлится до конца года. Наталья Домбаева, Алдар Домбаев, Первое альтернативное.